слышала, стояли мы там, одна говорит, там, черт возьми, передают все время по телевизору какие-то немцы. Откуда они, говорят, тут взялись, немцы? Ну, откуда вы взялись здесь? Расскажите. Откуда мы взялись? Мы тут родились здесь. Мы тут же. А мама ваша, и а бабушка? Мама, и все здесь. Вот. Бабушка нет. Бабушка, она родилась с ним по Волжье. Ну и... тоже? Да, 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 здесь. Тоже в России? Да, да, в России, конечно. И вон не в Германии, они все в России. Основные, если есть, то тот, они только с ним по Волжье. И Саратов, и Зенгельцы. Вот только вот это вот. А чтобы из-за границы, тут таких нету. В начале 60-х годов 18 века в Российской империи возникла непростая ситуация. Владения ее расширились за счет новых завоеваний и стало не хватать подданных для освоения огромных просторов. И тогда Екатерина II специальными указами предложила всем желающим, какой бы короне они ни подчинялись, селиться в наивыгоднейших к поселению местах Российской империи до сего праздно остающихся. Императрица слукавила, далеко не все земли были так уж хороши. Но призыв был услышан в Европе, и потянулись бедняки из королевств и княжеств на российские просторы. Особенно охотно ехали переселенцы из бедных германских земель. Многие из них осели на приволжских землях. Сейчас мы с вами находимся в городе Марксе Саратовской области, который был основан в 1767 году иностранными колонистами на левом берегу реки Волги. В организации этой колонии непосредственное участие принимала сама Екатерина II. И не случайно в честь русской императрицы эту колонию назвали Екатеринштадт. Прервем на минуту рассказ Игоря Рудольфовича. Этот памятник Екатерине II был возведен на деньги, собранные жителями города в начале 19 века. Как вы догадываетесь, памятника уже давным-давно нет. И только на свалке, вблизи городского кладбища, вот уже несколько десятилетий валяется гранитный постамент. Сюда, в эту колонию, приезжали иностранные поселенцы со многих государств Европы. Здесь селились и французские ткачи, немецкие золотых дел мастера, приезжали поселенцы из Голландии и Дании. И не случайно, что производство табака на территорию Поволжья привезли именно голландцы. А этот табак впоследствии стал известен не только по России, но и даже за границей. Впоследствии эта колония превратилась в крупный город. Я говорю относительно крупный город, относительно других городов Поволжья. И к 1917 году это являлся своеобразным сердцем немецких колоний всего Поволжья. В течение трех лет, с 19 по 22 год, Маркс, тогда Марштадт, являлся столицей трудовой коммуны немцев Поволжья. И несмотря на то, что в 22 году после округления и создания автономной области столица была переведена в Энгельс, Маркс оставался и центром духовной культуры поволжских немцев, он являлся центром, определенным центром экономической жизни данного региона. Мы находимся в центре города Энгельса, который до 1941 года представлял из себя не просто рядовой районный город, а являлся столицей автономной республики немцев Поволжья. Мы сейчас с вами находимся как раз у одного из тех немногих административных зданий, которым была богата автономная республика. И вот здесь, по форме этого здания, по преданию, я подчеркиваю, по преданию, в 1924 году был зачитан декрет о преобразовании автономной области немцев Поволжья и превращении ее в автономную республику.
сказать, что в целом этот район города мало чем изменился по сравнению с теми далекими годами 20-х. Может быть, только несколько обветшали эти здания, да и порядка на улицах, честно говоря, было, по всей видимости, побольше. Об этом свидетельствуют и фотографии, и воспоминания тех многочисленных очевидцев, которые еще живут в этом городе на сегодняшний день. Мы с вами находимся у здания бывшей хлебной биржи, куда стекался хлеб со всего Поволжья, из немецких колоний Поволжья, и где совершались торговые операции по закупке и продаже этого хлеба. А затем он отправлялся по всей России и даже за границу. Здание Государственного архива города Энгельса – это один из амбаров, где находился этот хлеб. Дальше эти амбары располагались вплоть до самого берега Волги. И это было достаточно удобно для осуществления торговых операций. Надо сказать, что само существование хлебной биржи говорит о довольно активной коммерческой деятельности. Днем республики, конкретно среди немцев. С другой стороны, мне хотелось бы несколько слов сказать и о том, как эта коммерческая деятельность развернулась уже в 20-е годы. И в первую очередь после того, как победили, будем так говорить, голод, разразившийся на территории республики, да и всего Поволжья, в 20-22 годах. На территории республики, а тогда еще автономной области немцев Поволжья, голод очень серьезно оказал влияние на весь ход развития этой территории, в том числе серьезно сказался и на хозяйственной деятельности. Еще бы, голодало ведь 95% населения. И вот из этой жесточайшей ситуации, из этого страшного голода надо было выходить. И выход нашли, выход достаточно удачный. Это заключалось в том, что создали своеобразный тоже коммерческий центр, а именно Нижневолжский немецкий банк, в котором концентрировались остатки той помощи, которую оказывал Нансен, оказывала американская организация АРА. Здесь концентрировалась и помощь советского правительства, а также помощь немецкого населения со всего мира. И вот, собрав в этом Нижневолжском банке достаточно мощные средства, они были сразу же направлены, эти средства, на развитие хозяйственной деятельности. Но я хочу подчеркнуть, что на развитие хозяйственной деятельности во всей сначала области, а затем и республике. И эта помощь восстановлению хозяйства шла не только для немцев, но и для всего населения, где ненемецкое население составляло более 33%. Документы, которые используются в нашей передаче, предоставлены филиалом Государственного архива в городе Энгельсе. Есть среди документов редкие фотографии, связанные с историей немцев Поволжья. И в том, что все это сохранилось, большая заслуга директора архива Елизаветы Моисеевны Йориной и ее сотрудников. Закрытые еще в недавнем прошлом документы проливают более реальный свет на события того времени, чем дошедшие до нас редкие кадры кинохроники, рассказывающие о жизни Немецкой Республики Поволжья. Хроника, конечно, была снята в духе того времени, но тем не менее ясно, что жителям Немецкой Республики было чем гордиться. Государственные поставки выполнены, семенные фонды засыпаны, колхоз имени Сталина распределяет урожай. Хорош урожай нынче в колхозе. Колхозник Адам Яковлевич Ротау получает на трудодни 27 центнеров пшеницы.
Краснокутский универмаг включился во всесоюзный конкурс сельских лавок и надеется занять в нем не последнее место. Коллектив универмага хорошо знает вкусы и потребности зажиточной колхозной деревни. Нет отказа даже самому требовательному покупателю. Они все были колхозники. Все здесь в Сарыпке? Все здесь жили, все здесь. И ночью в феврале приехали и забрали двух братьев в начале февраля 1937 года. В середине февраля, уже сюда ближе к концу, еще два брата забрали. А потом третьего, то есть пятого забрали в апреле. А последнего взяли, Лева, он работал на пекарне шофером уже последнее время. Он его забрали в 1939 году, 18 мая. Вот это последний. Его осудили на 10 лет. Мама на свидание разрешили, в Волгоград приехала. И по дороге из Владивостока прислали эту бумажку, что он умер сердечным приступом. И все умерли, братья? И все нет. И одного здесь в тюрьме убили при пытках. Это бегство? Да, ну, пытали там, его убили здесь. Это тоже нам известили. Теперь все остальные, все в труд армии. Один по дороге, когда их гнали в труд армии, в лес там работать, он упал на снегу, и так он тут и остался. И остальные все померли, так неизвестно, где они есть. А вот много из Сарепты, вот русских, украинцев, калмыков, много, немцев? Много, и молодежи много, и это пожилых много, подряд не разбирали, кто такой, и русские, и немец, и калмык, и татары, и все. Вот так и жила страна. Одно на картинках, другое в жизни. В общем, все как в кино. И сегодня, мысленно возвращаясь в те годы, думаешь о том, что тогда пострадали все. Русские, украинцы, евреи, татары, немцы и другие народы нашей страны. Но с началом Великой Отечественной войны каждому советскому немцу пришлось пережить и особую трагедию. 28 августа 1941 года был подписан, а 30 августа опубликован только в республиканской газете «Большевик» указ Президиума Верховного Совета СССР о переселении немцев по Волжье в отдаленные районы страны. По достоверным данным, утверждалось в документе, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов. Отплыли баржи, сразу мужики, ну, старые люди, все религиозные, все вышли и пели песни. Песни это, которые похоронные. Похоронные песни. Вот, пели. Это ужасно было, как она звучала. А на берегу что творилось? А на берегу плакали. Да, там и русские люди, и татары, и калмыки, всякие нации так плакали, так прощались и стояли около берега.
вы воспринимали вот это решение правительственное как несправедливое? И как-то вы говорили что-то? Ну, что мы могли говорить? Мы ничего не могли говорить. Они пришли и сказали, за 24 часа собирайтесь. Господи. Вот. Ну и пришли потом. И 300 килограмм. А что возьмешь 300 килограмм? Вот мы, значит, взяли вот это вот все. И, значит, приехала подвода, погрузили нас и приехали сюда. Под конвоем? А? Нет, уже... Были люди, там были военные. Были военные, да. А да. Здесь вот нас выстроили под это, ну, под конвоем. Что сопротивления не было. И перекличка сделали, что все мы здесь или нет. Попробуйте представить себе, какие чувства испытывал в те дни кадровый офицер, участник боев на Холхенголе и в карельских лесах Андрей Александрович Рамих. Он рвался защищать от врага родину, а его повезли на фронт, названный трудовым. И неужели не нужны были армии, молодые и здоровые тогда Владимир Андреевич Мартин и Николай Августович Гаун? И отчалились, пошли, поехали. Это шкуна Багира название. Как недалеко сегодня от нас то страшное время, не забывается пережитое, незаслуженные обиды и горе. Даже если и сегодня всем доволен и живешь в таком благодатном месте, как село Генеральское, недалеко от Саратова. Можешь заходить, посмотреть, как мы там. Спасибо, зайдем с удовольствием. А вы здесь, в этом селе, давно живете? Из 81 года. А, Дмитрий Александрович, а где родились вы? В Советский сейчас. Раньше был Мариенталь. Вы один совсем здесь живете сейчас? Я с этим вот живу. С зятем? С зятем. Угу. Больше никого нет у нас. Дочь и жена умерли. Обои. И вот такое дело. Я главный механик был в совхозе. Совхоз 600 рядом, 592 совхоз отделение сейчас. Там я работал. Главный механик совхоза. То есть вас в совхозе все знали, вы были уважаемый человек, да? Ага. Ну и как вот к вам пришли? И вам что, пришли и сказали, что вы должны уезжать из совхоза? Или как это было? Помните вы? Указ Президиум Верховный Совет был, и немцы с Поволжья всех высылать. А вам как вот это объявили? Ну, объявили всех. Директор совхоза был, понимаешь, Осыка фамилия. Он объявил там. Мы работали до последней минуты. Вечером работали, он вызывает у нас, вот завтра вас высылает. Завтра машины подошли, трактора и коня везли на станцию, грузил и везли в Сибирь. Но вы не пытались сказать, что это несправедливо, что так нельзя? У нас такое право не было в то время. У нас права не было. И мы не хотели против Советский Союз ходить, правда? Нельзя было. Мы молчали все спокойно. Все. Жили по Волжье хорошо в то время. А туда приехали, там у нас как механизатор мне не разрешали на механизации работать, только на быках. А почему? Не имеет права. Немец. Немец. В том числе член партии был. Член партии был с 31 до 39 года. Это 49 года. В 49 году меня исключили, сказали, что из Поволжья немец, нечего делать вам в партии. А почему в 49-м? Уже ведь война закончилась вообще. Война закончилась, все, война прошел в трудовой фронт. В Воркута был. В шахте работал. Ничего. Все прошло,
А сейчас, читайте, почти инвалид. Нога не идут у меня, глаза не видят почти. Вас партии не восстановили, нет? Они хотели меня остановить через 2 года. Вызывали меня, я сказал, нет, теперь я не пойду. Где выгнали, там мне делать нечего. Честно сказать. А по партии плохой, нет, партии хороший был. Но выгнали меня оттуда, вроде негодный элемент. А теперь хочу остановить, не пойду больше. Адольф Александрович, а скажите, вот у вас в Германии родственники есть, родня какая-то? Нет, 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 нет у нас. Может быть, есть, может быть. Это я не знаю, это я не знаю. Но вы не собирались никогда уехать в другую страну, там, скажем, нет, в Германию? Нет, я только здесь остаюсь, здесь хочу умирать. Свой родина. Это моя родина тут. Рядом родина. Адольф Александрович Брайт – рабочий человек. Золотые руки его могут, кажется, все. Таких умелых мастеров когда-то в колонии Екатеринштадт заносили уважительно в особый реестр. Вслед за именем перечисляли таланты и специальности. Знали каждого. И, может быть, не грех вспомнить сегодня жителям современного города Саратова о вкладе русских немцев в историю, культуру и развитие этого края. Из словаря Брокгауза и Эфрона конца 19 века. В городе Саратове храмов 57 каменных и 7 деревянных, в том числе один православный женский монастырь, церквей православных 40, раскольничьих молелен 9, римско-католических 2, лютеранских 1, мечеть 1, синагога 1, часовен 9. Вот эта улица сегодня называется проспект Кирова, бывшая немецкая. Ее назвали так, потому что проходила она по немецкой слободе, где 2 столетия селились семьи из Германии, Швейцарии, Голландии и других европейских стран. На этой улице осталось немало домов того времени. Только вот на месте знаменитой саратовской лютеранской церкви стоит здание сельхозинститута. А в бывшем католическом соборе обосновался кинотеатр «Пионер». Правда, зрители говорят, что со звуком в зале всегда неважно. Видно, Бог прогневался. Пожалуй, только бывшее здание аптеки Талена и сегодня служит по прямому назначению. И грустно от того, что так коротка сегодня наша память и так велико ожесточение. И нечасто, к сожалению, вот такие встречи. Когда думаю о немцах, во мне, в общем-то, просыпается русский, я себе не мыслю. Не мыслю того, чтобы, если говорить о полноценной России, вот, с ее самосознанием, с ее культурой, каким-нибудь образом поставить крест, перечеркнуть просто так вопрос, связанный с российскими немцами. Вы все трое германские люди, да? Да. Так что послужило все-таки созданием вашего общества?
Создание нашего общества послужило, в общем-то, очередная антинемецкая кампания в городе Марксе, которая состоялась в начале декабря. На этой так называемой конференции было принято решение делегировать в Москву представителей от конференции, и местный радио передал это сообщение. И вот это и послужило толчком. Мы, значит, зная людей, которые настроены лояльно к немецкому вопросу, мы, в общем-то, обзвонили, собрались в редакции первый раз местной газеты и приняли там решение, так как мы не в состоянии ехать в Москву и делегировать, нас никто не посылает, горком партии, естественно, нас не поддерживает, то мы написали обращение в Верховный Совет и правительству Советского Союза, в котором изложили точку зрения. И вот это наше вот обращение и послужило началом, так сказать, исходной точкой, началом нашего общества справедливости. По отношению к советским немцам была допущена вопиющая несправедливость. Они буквально в один день утратили свою государственность, потеряли всю свою собственность, вот были выселены. И то, что происходило с каждым человеком индивидуально, здесь произошло с целым народом. Он был репрессирован. Если мы сейчас говорим о восстановлении исторической правды, исторической справедливости, мы не можем забывать о 2-миллионном народе, который не имеет, так сказать, единой территории, который утрачивает свой язык, у которого распадается культура, который теряет ряд присущих ему черт, и который, по сути дела, через десяток лет будет ассимилирован. Вот иной раз... Вот многие задаются таким вопросом. Те люди, которые выступают, скажем, против того, чтобы были восстановлены права советских немцев, была восстановлена автономия, являются ли они патриотами? На мой взгляд, что не решая этот вопрос, мы ущемляем самих себя. Русские ущемляют самих себя. И если, так сказать, говорить о том, чтобы восстановить этот великий этнос по-настоящему, а ведь он тоже нуждается в восстановлении, это невозможно, не восстановив историческую справедливость по отношению к российским немцам, которые всегда были частью именно российской истории. Деревня Обермонже, вблизи города Маркса, до войны была одной из самых зажиточных в Поволжье. Ну, а сегодня сами видите. Приехал в 61-м году, здесь вот жили старики, они при немцах жили, прям при немцах. И тетя Нюра говорила, что 800 самая большая немецкая колонка была. Знаете что, вообще-то только бы жить здесь, вот молодые, вот так вот. И лес рядом, Волга вот прям рядом, 10 минут, пожалуйста, Волга. Но вот не селится, говорят, колхозный председатель землю не дает тут, чтобы селиться. А вот сейчас говорят, что вот местные жители, кто здесь живут на Волге, они не хотят, чтобы немцы сюда возвращались, чтобы здесь, ну, знаете, автономия если, была. Например, вот по-хорошему, да? Ну почему по-хорошему не жить? Меня не будут обижать. Я не, а уж я и старый, вообще никому никогда не лезу. Я здесь 61-й год прожила, ни с кем никогда мы не ругались. Не ругались. Делить чего? Делить-то нам чего сейчас уже? Нечего делить, нечего. Делить нечего. Эта русская женщина абсолютно права. Делить нам уже нечего, всем. Проблем так много, что иногда кажется, что мы зашли в тупик. И тем не менее, решение искать надо. Поэтому нам было небезынтересно услышать суждение немецкого историка Ингеборг Флешхауэр, хорошо знакомой постоянным зрителям нашей передачи. Вы знаете, я долгое время занималась основным историей русского либерализма до времен революции. И я всегда удивилась тем, что русский либерализм развивал большой диапазон, так сказать, практических мер и теоретических решений вопросов, которые были, так сказать, центральные вопросы для развития Российской империи в это время. Россия – это государство, которое всегда отличается от западных стран.
он отличается и в хорошем, я хочу подтвердить особенно эту идею, и в, так сказать, в более пассивном отношении, чтобы не сказать в плохом отношении, совсем нет. Но Россия – это страна, или Советский Союз сегодня, это комплекс других вопросов. Есть вопросы, которые сходные на наши, которые можно решить с нашими, так сказать, мероприятиями. А есть вопросы, которые отличаются. Например, отношение русского человека к земле, отношение к коллективу, отношение к отделу, как это раньше называется, сегодня кооперативы. Это специальные социально-психологические комплексы, которые надо решить только искренно русскими мероприятиями, идеями и теориями, которые, поскольку я понимаю, уже были готовы, например, в теориях, в диапазоне теории русских либералов. А если вы спросите, какую роль немцы в России могут играть в решении самых, так сказать, ярких вопросов сегодня, тогда я думаю, что у них есть некоторые качества, которые совсем уместны сегодня. Это, с одной стороны, большая экономическая энергия. Это, с другой стороны, большая дисциплинированность в собственной работе. Третий – это элемент индивидуализма, который их сильно отличает от других местных национальностей. И четвертый, в конце концов, большой консерватизм в смысле, это, так сказать, можно иметь различные мнения, в смысле религиозного, лингвистического, культурного постоянства. И я думаю, на основании всех этих особенных качеств немцы могут, если им дают достаточно свободу, если им дают достаточно, так сказать, средств, чтобы развивать собственные возможности, я считаю, что немцы могут играть примерную роль в процессе аграрной и экономической переустройства сегодня. То есть вы считаете, что наша новая действительность дает новые шансы советским немцам? Я совсем убеждена. Я думаю, что она открывает широкое поле для всех национальностей, включая и немцев в основном. Потому что те проблемы, которые сегодня на первую очередь, это аграрная проблема и, так сказать, экономическая проблема, как раз в особенной мере вызывает у немцев их, если вы хотите, национальные качества. Эта книга выпущена в ФРГ. Называется она «Тысяча лет соседства России и Германии». Я один из издателей, написал статью о немцах, наших российских немцах, как мы это теперь называем, и подобрал иллюстрации. Ну, а это вот как раз документы тех лет, о которых долго не писали, но которые наложили свой отпечаток на немцев ни одного поколения. Вот удостоверение здесь исправительно-трудового лагеря НКВД, Тавдинского лагеря, или справки о снятии со спецпоселения. Вот, например, справочка, где записано, разрешается проживать только на территории Молотово-Батского района, поселка номер 4. В соседний поселок нельзя было пойти ни к врачу, ни по каким другим делам. Альфред Айсфельд, так зовут немецкого философа и писателя, живет в старинном университетском городе Геттингене. Он работает в Геттингенском научно-исследовательском институте Германии и Восточной Европы и занимается историей советских немцев. Его отношение к интересующей нас проблеме особенно важно, потому что в прошлом Альфред Айсфельд был нашим соотечественником. Вы когда уезжали, вам сколько лет было? 22. 22. Вы злым уезжали или нет? Нет, я уезжал не обозленным, ничуть. Но у меня и не было никакой веры в возможность жить как немец в Советском Союзе.
без того, чтобы тебя дискриминировали. Ну а вот когда вы сюда попали, первые ощущения какие были? Это было довольно интересно, я чувствовал себя уютно. Это звучит несколько натянуто, у меня нет никаких оснований на то. Здесь, видимо, сказалось просто воспитание, которое я получил дома, например, все должно было быть в порядке, убрано, пунктуальность была как-то привита уже. И когда у тебя у самого есть уже эти качества, эти представления, тебе легче ужиться в этом мире. И надо учитывать все-таки, что немцам в Советском Союзе, как правило, приходилось через самое позднее 10-15 лет менять место жительства, начинать все сначала. Мы научились вживаться в совершенно различных климатических условиях, иметь дело с соседями различнейших национальностей. Это, по-моему, драгоценный багаж, который каждый немец из Советского Союза забирает с собой. Это облегчает ему жизнь. Ну вот вы приехали 22 года, у вас образование какое было? Один курс университета. И все? Значит, все здесь уже? Да-да. В университете Бонна и... А язык? 4 месяца курса языка. Нет, ну вы достаточно хорошо его знали, да? Я знал его настолько, что мне через 4 месяца сказали, теперь можешь идти заниматься другими делами. Около половины всех переселенцев из Советского Союза приезжают из сельской местности. Для них, конечно, процесс интеграции здесь существенно сложнее, чем для, скажем, жителя города Алматы, Омска или Москвы, Ростова. Но мы как-то вот вольно или невольно всегда в беседах уходим только в материальную сторону, всегда идет речь. Это естественно, о работе, о квартире, о пенсиях, о медицине. Ну а вот с точки зрения адаптации чисто человеческой, вы же сталкиваетесь с этой категорией людей? Конечно, у меня очень много контактов с переселенцами, ведь лагерь Фридланд всего в 13 километрах от моей работы. Проблемы есть. Их проанализировать сложно, потому что слишком много различных причин, но одна играет, по-моему, очень важную роль. Люди в своем сознании просто деформированы этими 40 послевоенными годами. И учтите, что годы с 41 по 56 все еще не зажившая рана в душе людей. Ведь не только немцев, тех же чеченцев, калмыков, крымских татар и прочих. И люди настолько запуганы и все еще не научились самостоятельно искать возможности устроить свою жизнь, проявить какую-то инициативу, что они часто не могут воспользоваться теми предложениями, которые сделаны, но которые им не навязываются. Это одна из самых больших трудностей – проявить инициативу, выйти самому на возможности, которые тебе открываются. Вторая возможность, вторая причина – утеря национального самосознания и родного языка. Эта утеря не полная, зависит, конечно, от возраста людей, от места их жительства, от их биографии. Но обобщая, можно сказать, что для всех переселенцев вопрос адаптации в этом духовном смысле связан с большими трудностями. Ведь они не русские, они не немцы. А вы знаете, что советского народа тоже не получилось. Ведь не секрет, что и русские теперешние недовольны, и казахское население, и украинское недовольно. Все поняли, что потеряли часть своей личности, часть своей души, часть своего разума. Для немца, который хочет здесь ужиться, пустить здесь корни, вопрос ставится иначе. Он сам заинтересован в том, чтобы адаптироваться как можно быстрее,
Но у очень многих, и надо сказать, слава Богу, есть и стремление сохранить что-то свое, самобытное, то, что он жил все эти годы. В передачах и ваших, например, была показана такая сцена, бывшие переселенцы в одном из ресторанов Штутгарта на даче поют под гармошку или баян русские песни. Ничего зазорного я в этом не вижу. Я тоже пою, хоть у меня и голос плохой, да, но я пою русские песни. Это часть... Мы это ведь и не показывали как зазорное. Это часть моей жизни. Можно ли в этом видеть какие-либо страдания, я не знаю. Это надо посмотреть в каждом отдельном случае. Нет, мы ведь и не ставили цели показать страдания. Мы просто говорили о том, что переключиться из материальной культуры в другую гораздо проще. Из одного плохого магазина в один хороший очень легко. А вот из того, что составляет культуру духовную, видимо, уйти трудно, да и не надо, наверное, уходить. А уходить из нее слишком быстро или полностью я бы никому и не советовал. Потому что это было бы очередной деформацией души. По указу Екатерины II в 1765 году Сарепта образовалась как поселение Евангелической братской общины. Но с 1764 года крепость Сарепта образовалась как стратегический пункт на юге России, южнее Царицына. И вот перед вами макет крепости Сарепты 1774 года. Здесь 6 башен. 12 пушек, охраняли ее, несли службу, 20 гарнизон из 20 солдат, 2 офицеров, которые менялись из крепости Царицын. И здесь, между прочим, в этой крепости побывал и Емельян Пугачев. Правда, немцы помогали ему, но с других мест. А сарепские немцы в это время бежали от Пугачева, а потом вернулись и уже, когда Пугачев ушел отсюда. Крепость перестала существовать в 1776 году, когда образовалась новая линия, южная оборонительная линия, Моздокская линия. И тогда крепость Сарепта перестала существовать как крепость и развивалась как промышленный культурный центр. Мы с вами находимся на площади, где нам удалось сохранить 14 зданий. Эти здания 18 века использовались по своему назначению. Например, аптека, жилье пастора, кирха, значит, производство бальзама, производство сарпинки. Очень много разновидностей сарпинки. И началось производство этой ткани здесь, в Сарепте, тоже в конце 18 века. Это сочетание нескольких ниток, и шелк, и лен, и шерсть, очень прочная ткань. И она, пожалуй, в России самая популярная ткань была в 19, и в 18, 19, да и в 20 веке. Сейчас ее забросили, мы производство этой ткани тоже восстанавливаем. Но не промышленное, не серийное производство, а будем как своим посетителям, туристам, как экспонатам. Людям, в общем-то, еще и напомнит, наверное, сколько немецкие колонисты сделали для развития, да? Да, для развития страны. Промышленности, да. Для развития производства продуктов и товаров. Так вот, мы свой заповедник называем музей-заповедник действующей модель прошлых времен, потому что мы все виды производств, продуктов, товаров, культурные центры постарались восстановить такими, какими они были в 18 веке. Например, кирха была, мы ее восстанавливаем как кирху, какой она была в 18 веке. Сзади меня здание, где будет культурный немецкий центр. Это значит, там немцы могут встретиться, собрание провести, литературу немецкую почитать, музыку немецкую послушать. Даже если, когда
кирхи, значит, что-то там концертный, концерты или что, помолиться могут. Одним словом, центр для общения немцев. Такой же центр будет в этом здании для калмыков, для татар и для русских. Здесь начинается уже реставрация гостиницы. Ну, мы предполагаем, здесь начали уже реставрировать, предполагаем 3 звездочки гостиницу сделать. И для туристов иностранных, и для советских людей. И пополам, наполовину будем, половина за валюту, половина за рубли. Вот чтобы и нашим не обидно было, и иностранцы могли у нас, значит, быть. Теперь слева от меня здесь будет ресторан из 5 кухонь. 5 наций было: русские, украинцы, немцы, татары, калмыки. И рядом здание самый интересный действующий экспонат. Это аптека лекарственных трав. В 18 веке в этом здании была аптека. И сейчас мы не только аптеку лекарственных трав создаем, но и пункт народной медицины. То есть медицину, вплоть до тибетской медицины здесь. Все народные приемы лечения. В этом здании в 18 веке, 19 и до 17 года была фабрика по производству горчицы. Знаменитая фабрика Глича. И вот между 3-м и 4-м этажом там шпигарья торчат. Вот на этих шпигарьях, значит, была вывеска «Глич и сыновья». Производство колбасы по той технологии 18 века мы тоже организуем у себя. И производство хлеба по той технологии, и производство арбузного меда, и пряников, и бальзама сарепского. Все сарепское 18 века производство мы восстанавливаем. А когда вот производство всех этих замечательных продуктов прекратилось в Сарепте? Значит, в конце 18 века началось, в 17 году прекратилось, в 20-м совсем, значит, разрушили эти все предприятия. А сейчас мы восстанавливаем. Тут немецкие книги мы собрали в Энгельсе, в Марксе и в других бывших немецких городах, что в Саратовской области. И сейчас часть книг подарили наши местные немцы. Потому что мы уже большую библиотеку собрали. И у нас кроме немецких будет библиотека еще калмыцкая, татарская, русская, украинская. 5 наций и музей 5 наций. Нетрудно догадаться, как нелегко сегодня Петру Павловичу. Немногие его поддерживают, а человек он не молодой и мог бы пребывать на заслуженном отдыхе. Естественно, возникает вопрос, зачем ему все это нужно? Я родился на Волге, в Солодниках, в селе Солодниках, Астраханской области, здесь 50 километров. И с 37 года здесь живу. Я воевал, я тут жил, восстанавливал Волгоград. И вот те немцы, которых я сегодня вам показывал, они рядом со мной живут. И я все время, встречаясь с ними, ощущаю такую неловкость, что ли. Мне совестно перед ними. И мы же всякую совесть потеряли, нравственность, всякую приличие, значит, за эти 70 лет. И теперь хоть, если частичка вот людей обнаружит, таких вот, как мои соратники, у которых совесть пробудилась, и мы по совести восстанавливаем все это, ну, по своим убеждениям, что ли, и заражаем всех окружающих этим. И вот калмыки приедут, татары приедут, немцы приедут, кто бы ни приехал, все говорят, ах, как хорошо, ах, как молодцы какие. Но, товарищи дорогие, я ко всем обращаюсь, нам кроме похвал нужны деньги, нужны экспонаты, нужно внимание, всяческое внимание, даже подрядчики для реставрации всех наших 14 зданий. Вот нам основная поддержка нужна. Если она будет, музей будет. Успехов вам. Спасибо. И здоровья главное. Спасибо. Как редко собираются они вместе с семьей. Валентина Григорьевна, Ира, глава семьи Юрий Альбиянович, Юрий Шамне-Кумыков, майор МВД Казахстана. Но есть у него еще одно призвание. Он художник. И главное его увлечение – карикатура. Я знал, что вы придете, и поэтому приготовил вам с утра уже некоторые шаржи. Это же дружеский шарж, да, на передачу? На вашу передачу камера смотрит в мир. И еще даже, и да? Еще есть, да, уже более связано с Марсом и с миром. Камера смотрит мир.
предупреждение, Марс. Эта серия рисунков я заготовил против насилия. Это из серии «Фергана болит моей душе». Вы там я их назвал. Да, я был в Фергане, видел все ужасы этой гражданской войны, этой бойни, если так назвать. И запечатлел, чтобы показать людям, что хватит, пора остановиться уже. Куда? Чтобы люди содрогнулись. Увидев это, чтобы люди содрогнулись. Ну, не знаю, содрогнетесь ли вы от увиденного. Вот. Но я это видел, и я там содрогался. А что за этим рисунком стоит? За этим рисунком невозможность спастись. Как человек... это вы видели? Вот это именно я видел, вот эту, да, сцену? Это открытая сцену, дверь, кровь. Открытая дверь, кровь. Человек бросался на сцену, на стену, чтобы спастись. Его вот так и выволокли. Море крови, а куда, что дальнейшая судьба неизвестна. Я не знаю этих людей, вот, я знаю, что их уже нету. И вот здесь есть рисуночек, меня призывающий остановиться. Я его так и назвал «Остановись». Остановись. Потому что насилие не может так дольше продолжаться. Я очень болезненно воспринял все эти насилия. Ну, это как последний, немножко, правда, незаконченный. Это «Матери страны». Матери страны. Кровь льется сегодня в разных уголках страны, гибнут наши воины. Поэтому я как-то хотел к этому делу вернуться. Конечно, это прямая противоположность основному виду моего творчества, юмору. Вот. Крайность, из крайности в крайность я бросился. Скажите, пожалуйста, а вот как вот это вот ваше увлечение творчеством, как оно помогает вам в основной работе или наоборот где-то мешает? Все-таки вы же майор МВД? Ну да, в основной работе, я военный журналист, в основной работе оно не помогает мне. Оно мне помогает обрести себя, вот, получить моральное, что ли, отдохновение. Вот, и в то же время я, когда вижу, что люди улыбаются, смотрят на эти рисунки, ну я просто счастлив от этого, что каждому дарю, ну, говорят, юмор заменяет, смех заменяет 3 минуты жизни. Удлиняет жизнь на 3 минуты. Ну вот, если я кому-то удлиню, это хорошо. Ваши ведь родители немцы, выходцы с Поволжья, да? И предки ваши вот по линии отца, они жили на Волге? Да. Вот первое переселение ваше, да, там да, прадедушки, прабабушки, да, да, да. Все по Волжье, да? Поволжье. Ну вот ваша судьба, немцы с Поволжья, можно так сказать, она сложилась удачно в Советском Союзе или... Ну, как и все судьбы, если так брать. Как в среднем все судьбы. Я в чем-то был удачный, в чем-то неудачный. Один период я был удачным, вот другой период. Я служил в Чхудуке, мне казалось, что это Богом забытое место в пустыне. И мне казалось, лучше этого места нет. Мне же было удачно, все вроде как-то все хорошо шло. В других местах уже служил, уже так, уже неудачно складывалось. Здесь, в принципе, в Алмате у меня удачно. Удачно, если так брать. Немножко скучновато, удачно, но что-то мне не хватает. А если относиться в целом к судьбе советских немцев, то я тоже это воспринимаю болезненно, если так выразиться, болезненно воспринимаю. Я полностью сочувствую всем этим людям, которые пережили эти репрессии, и считаю, что возможность восстановления справедливости может быть только в том плане, что восстановление республики в Поволжье. Вот только это где-то в других местах, какие-то компромиссы, это просто затягивание вопроса будет. А затягивание до каких пор,